если говорить про лыжные, про горные лыжи здесь, то они просто уникальные. Опять же, потому что есть огромное разнообразие рельефа. Здесь есть как классические альпийские горы, так и вулканы, что является изюминкой этого места. Нигде в мире невозможно за день покататься на 6, 7, может быть, даже 8 вулканах. Также есть вот то, что у меня, грубо говоря, за спиной, это фьорды, которые, возможно, есть во многих других местах, но в комбинации с тем, что предлагает Камчатка еще, это уникально. Стэф, это incroyable! Я первый раз появился на Камчатке 25 лет назад, в 1993 году. И это было случайно, потому что я мечтал быть на Камчатке, но Камчатка была закрытой территорией не только для иностранных туристов, но и для россиян, потому что здесь много военных баз, здесь много стратегического вооружения. И регион был закрыт. Но мечта была, не знаю почему. И случайно я ее осуществил. Первый раз я был здесь в летнее время. Мы летали на вертолете на самый юг Камчатки, который находится вот у меня за спиной. И меня поразили красоты этого места. И с тех пор я решил, что можно попробовать здесь покататься на лыжах. Я считаю, что Камчатка – одно из самых красивейших мест на Земле. А в плане горных лыж, в плане хилиски, ну, за один день можете получить там огромные впечатления, потому что кататься с больших вулканов, которые живые, которые дышат.
то же время вы можете спуститься на пляж, на берег Тихого океана, на черный песок, на вулканический песок, в один день покупаться в горячих источниках, все это вместе увидеть медведей, там, живность какую-то. То есть это настоящая дикая природа. И на огромная территория, на которой нет никого, кроме тебя. Ты смотришь в разные стороны, ты понимаешь, что ты стоишь один на вершине вулкана, и вокруг нет людей, и все эти просторы, они под тобой. Опасности большой нет, особенно если там не приближаться к нему. Медведю человек не интересен. То есть медведь в первую очередь, когда увидит человека, он идет, пытается уйти от него. За сезон, там, начиная с весны до осени, мы практически не имеем инцидентов нападения медведя на человека. А если такие ситуации случаются, как правило, виноват человек. То есть и 10 лет назад мы познакомились с гидами из Европы и потихонечку начали, помимо русских туристов, еще и обслуживать европейских. И так родилась некая кооперация между профессионалами из России и из Франции, которая в итоге выродилась в компанию, которая теперь называется Камчатка Кокос Хелиски Тим. Я же dirais qu'il y a un même team de guides russes et internationaux qui travaillent toute la saison, et après il y a des guides qui viennent avec leurs clients ou après une clientèle en direct. Le matin, on a un guide meeting à 8h30 où on fait le point déjà avec la météo, avec les pilotes, voir les endroits où on peut aller. Et si la météo est perfecte, on décide soit d'aller dans le nord de l'hôtel ou par rapport au sud. Je dirais que l'hôtel, c'est le point central du sud de la péninsule. Et à partir de là, on choisit l'endroit où aller et plutôt de découvrir, donner le plus de possibilités à notre clientèle de visiter le Kamchatka. Forcément, c'est un endroit où c'est tellement varié au niveau des reliefs, c'est volcanique, on a l'océan, on a des montagnes qui sont raides, on a du terrain ouvert, il y a des plateaux, c'est comme si on avait du désert, mais désert enneigé. C'est tous les reliefs et le ski, il est grandiose parce que ça nous donne une possibilité de terrain qui est unique. Et la neige, et la plupart du temps, on a une très très bonne neige poudreuse. Et après, c'est à nous de trouver le meilleur terrain et la meilleure qualité de neige.
один из самых массовых вообще вертолетов. Эксплуатируется в 50 странах мира этот вертолет. Но считаю его надежнейшим вертолетом. И в условиях Камчатки это высокогорье, труднодоступные места, тундры, болота, так сказать, непроходимость. Вертолет просто бесценная вещь для этих условий. А особенно вот для работы в горах, вулканологи, геологи. Ну вот в данный момент хелиски, очень прекрасный вид спорта. И вертолет тут просто незаменим. А Ми-8 в частности. Ми-8 МТВ, да, тоже. Сюда же лучше. Ну, вертолет Ми-8 – это вертолет, скажем так, среднего класса, вместимостью до 28 человек в пассажирском варианте, в наших условиях 24 человека. Машина, ну, проверенная временем, надежная. Но хелиски – это, так скажем, ну, новое направление в авиации за последние, там, сколько там, 20 лет, я считаю. Ну, на Камчатке, во всяком случае, может, она там где-то раньше была. Но и допущены к этим видам работ, конечно, не все командиры вертолетов. Дело в том, что это очень специфичная, как правильно вы сказали, работа. Очень такая, ну, эмоционально напряженная, так скажем, потому что посадочных площадок на вулканах или где-то в горах, подготовленных, как и обычно летает вертолет, там нету, там их физически просто нет. То есть надо людей высадить так безопасно и надежно, чтобы они испытали, так сказать, удовольствие от спуска, то этим надо, ну, этому надо учиться, и это надо, так сказать, добиваться. В наших условиях это очень сложно, и поэтому к этому виду работ допускаются только уже командиры с определенным налетом. Moi, j'en ai pris plein les yeux, j'adore faire du hors-piste, j'en ai toujours fait. Mais là, du hors-piste comme ça, jamais, jamais. Je pense qu'il va falloir plusieurs semaines pour comprendre comment j'ai vraiment vécu ce séjour, tellement il était ouais, fort, fort. La première fois, ça a été un coup de cœur monstrueux, mais ça reste toujours. C'est un endroit, je pense, Nicolas et moi, on est vraiment tombés amoureux de cet endroit. Et j'espère que ça va continuer longtemps et qu'on va pouvoir rester encore une vingtaine d'années sur les skis. Ah oui!